Привет! Готов узнать, как легко и быстро найти видеотеки Картина ТВ? Ты можешь сэкономить время и просто нажать кнопку «Ввод». Или заходи через кнопку «Меню» и выбирай раздел «Видеотеки». Видеотека – это ваш личный видеосалон. У нас много. В каждой из видеотек есть свое меню. Так выбираем видеотеку «Старт». Ниже видим подборку «Старт». Здесь для тебя собран топчик. Фильмы, сериалы, горячие премьеры, продвинутый детский раздел, то есть самое вкусное. Смотреть можно, не заходя в видеотеку. Листай по подборкам, знакомься, выбирай. Не нашел в «Старт»? Иди в «Море ТВ». Здесь реально море фильмов, сериалов и шоу. Привык пользоваться «Иви»? Мы тебя не разочаруем. Один из самых популярных российских онлайн-кинотеатров тоже доступен тебе в единой подписке «Картина ТВ». Выбирай то, что нравится, и не забывай, что любимые фильмы можно добавлять в избранное. Рассмотрим поближе. Добро пожаловать в видеотеку «Иви». Выбираем, к примеру, сериалы, и пусть это будет жанр драмы. Кликаем, заходим, рассматриваем. Планы поменялись. Жмем кнопку «Back» один раз и поднимаемся в начало списка. Кликаем «Back» и еще раз возвращаемся в меню подборки сериалов. Нажимаем влево и выходим в основное меню «Иви». Раз планы изменились, выбираем киношку на вечер. Все просто. Глаза разбегаются. Ставь фильтр по жанрам. Переходим вверх, видим сортировку и жанры. Сортируем и выбираем. Выходим из «Иви» опять же через кнопку «Back». Кстати, ты можешь смотреть сериалы по сезонам или даже по сериям. Вот так. Заходим в видеотеку «Старт», выбираем сериал, пусть будет «Содержанки». Вспоминай, где остановился вчера, и отбирай нужную серию. Кнопкой «Back» возвращаемся в описание сериала. Как видишь, ты можешь продолжить просмотр с того момента, где вчера заснул. Или не заснул. Также ты можешь сменить профиль пользователя, если того требуют семейные обстоятельства. Выходим в меню «Видеотеки», выбирай раздел «Профиль», и теперь тебе надо изменить его на профиль ребенка. Все, подборки видеотеки теперь только для детей. А ты можешь спокойно заниматься своими делами. Приятного просмотра!